Для будущих больных коронавирусом уже готовят одноместные боксы в инфекционном отделении 5-й горбольницы. На первом этаже 20 таких с отдельным входом с улицы. Сюда при необходимости будет подъезжать скорая. Аппарат искусственного дыхания и палата интенсивной терапии развернуты пока в одном боксе. Вот. Если будет в это необходимость, значит, будут дополнительно развернуты в других боксах. Вот. И если больной тяжелый, то, конечно, он сразу будет помещаться вот в данную палату. Это и есть палата интенсивной терапии, которая оборудована всем необходимым. Функциональная кровать, кислород, аппарат искусственного дыхания. Бокс полностью изолирован. Попасть в помещение смогут лишь врачи, медсестры и санитары в специальных защитных костюмах. Нас заверили, что их достаточно. Они стерильны и являются одноразовыми. Тут есть халат, тут есть шлем, маска. При необходимости задействуют и второй этаж отделения, где расположено 20 полубоксов. Если вдруг понадобятся еще места, обещают перепрофилировать другие отделения больницы и даже другие медицинские учреждения. Сейчас в 5-й горке готовят 120 мест. Медики утверждают, что достаточно в крае и аппаратов искусственного дыхания, порядка 800 штук, а не один на 1000 больных, как уверяют в распространяемых сообщениях в мессенджерах. Перешли на иной режим работы и поликлиники региона, утверждают в Минздраве. В помощь участковым при необходимости направят студентов и ординаторов медицинского вуза. Убедительная просьба, если на сегодняшний день появляются признаки ОРВИ, гриппа, в поликлинику все-таки не обращаться, а вызывать врача на дом. Мы же с вами на сегодняшний день не знаем, чем болен человек, с кем он контактировал. Сейчас в крае под наблюдением врачей находятся 87 человек. 82 – жители нашего края, прилетевшие из-за границы, и 5 граждан Поднебесной. Об отмене всех массовых мероприятий пока речи не идет. Врачи и эпидемиологи просят жителей соблюдать профилактические меры. Обязательно мыть руки, и не только. Есть три момента, на которые нужно обратить внимание. Клавиатура, мышка, руль автомобиля и телефоны. Себе поставьте где-нибудь галочку и посчитайте, сколько лично вы сами в день раз, помыв руки, протерли свой телефон. Протирать эти поверхности антисептическими средствами медики рекомендуют несколько раз в день. Другие профилактические меры подробно прописаны в памятке, которую можно найти на официальном сайте Роспотребнадзора. Не советуют врачи выезжать не только за границу, но и по России. Однако пока это носит лишь рекомендательный характер. Сейчас в регионе больных нет. А между тем, у наших соседей в Казахстане, по данным СМИ, зарегистрировано на сегодняшний день уже 14 новых случаев заражения. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.